Книга «Открытым оком», том 9. Тема «Природа». Вопрос 2279. Откуда пошли расы? По предложению от сыновей Ноя, они сразу были в кавычках разноцветными или расовые различия появились позже под влиянием окружающей среды? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Согласно Библии, приговор сразу же, как только его произнес Ной, мог тут же на глазах изменить их. Божье слово немедленно приводится в исполнение, невзирая на погоду. 4 Царств 5:27. Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек, и вышел он от него белый от проказы, как снег. Матфея 21:19. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Деяние 13. 10-11 стихи. «Сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Какой тот будет день вселенского суда? Один единственный, превыспренная тайна. Христос с небес вновь явится суда, все запредельно тайно изобразимо станет. Так перевернута последняя страница, дочитана последняя цитата, читаемая мысленно изобразится в лицах, подобраны, подсчитаны оставшие от стада, огнем охваченные небо и земля, бегут, преображаясь в новом свете. Великий ныне явится, как тля, как мсыс, смердящие сдохли, не отпеты. Страшнее памяти и кары не измыслить, от бывших удовольствий жгучий срам. Вселенские весы, свод неба коромыслом, раздетый побежит и деспот, и тиран. День испытания совести зарытого таланта, подсчет обид пронзительных и милостей тайной, мертвец восстал развязанный. Там с лиц сдирают платы, и к огненному озеру грехи на дно подтянут. О, день великой скорби и страшного суда, день Иеговы сущего, он на престоле белом, на нефть уже нет спроса, в мечтах одна вода, душа у богача в аду о ней скорбела, хотя бы только капелька, а ныне хоть залейся, в раю течет река, доступная бедным. Не будет в Царстве Божьем ни вздохов, ни болезней. Перегорело прошлое, и первый стал последним. Страх перед Богом ныне узда души на совести. Вот только б не погибнуть, не оказаться слева. Господин страх, как цензор у нашей жизни повести, чтоб удержаться, выстоять перед соблазном тленным. Подбит итог комедии, что называли жизнь, весь хлам, гниение, ржавчина, пошли на переплавку. Тогда какая польза от золоченных лиц, от добрых дел, раздетым есть подсудимых лавка. 8 июля 2004 года. Игнатий Лапкин.